Здравствуйте. Вот, собственно, видео у нас дождался еще один ритуальный товарищ. Видео про прошлый ритуальный заблокировано, поэтому он там только появляется как сателлит в обзоре чего-то соседствующего. Вот, поэтому это будет новое видео про ритуальный усилитель от Authentic. Authentic. Ну, собственно, у меня некоторые модификации были этих усилителей. Я, в общем, все рассказывал. Тут ничего такого супер нового. Но в трех словах это значит, подразделение, high-end подразделение компании NEC, непосредственно под звук, марка Authentic. Вот. И, в принципе, вот эта модель Authentic A10-2XA, она с внутренней своей топологией, наполнением, ну вот просто один в один NEC A10X. За исключением, что звук несоизмеримо другого уровня. Добились они этого как? Непонятно. Но единственное, что можно предположить, что во всех усилителях Authentic конденсаторы, в общем, все детальки под номерами помечены, то есть прошли какой-то, в общем, ручной отбор по параметрам, что, собственно, повлияло на конечный результат в виде звука. Вот, то есть, повторюсь, что если открыть NEC A10X и рядом открыть A10-2XA Authentic, то внутреннее наполнение будет идентичным, то есть номинал в номинал, схема, то есть нигде ничего не позолочено, ну вот просто один в один, но звук разный. Вот, данная модель у нас идет с гранитной плитой, то есть это натуральная мрамора, ну в данном случае гранит, вот, то есть не искусственный, ничего. Вес усилителя в сборе 45 килограмм, без плиты вес усилителя 31 килограмм. Ну вот, соответственно, можно предположить, что плита весит те самые 14 килограмм. Вот даже с упаковки достать целиком не представляется возможным. Нужно откручивать вот эти болты, снимать сначала плиту, потом вытаскивать усилитель. Вот.
Ну, можно, конечно, как-то иначе ухищриться, но не суть. По косметике аппарат в шикарном состоянии, с какими-то категорически незначительными следами времени, которые даже вот так и пальцем некуда ткнуть. Деревяшки оригинал. Вот. Судя по всему, вот здесь вот эти ламели идут из натурального дерева, а здесь шпанированная часть. Ну, или не знаю как, но, короче, в любом случае, наружка дерева. Освежили, немножечко были царапки. То есть лаком матовым все красиво сделали. По подключению усилитель имеет только RCA входы линейные. Балансный вход здесь один для мостового подключения. И также он рассчитан на одну акустику. Обратили внимание, насколько он уверенно шевелит динамик? И это все при том, что у него скромный 60 ватт на канал при 8-ohmной нагрузке, но блок питания очень линейный, с запасом, то есть, соответственно, на 4 Ома это будет 120 ватт, и он на 3 Ома также работает, на 3 Ома 160 ватт, по-моему, там прописано. Ну, то есть, короче, готов работать с низкоомной акустикой и контролить ее. Усилитель шикарный. Вот буквально сейчас ответил человеку на вопрос, как он в сравнении с 07 Сансуем. Ну, я могу сказать, что они по общему впечатлению очень схожи. За одним лишь исключением, что у Сансуя больше возможностей функциональных. То есть это и наличие тембр-блока, и тонокомпенсация, и фонокорректор, и, соответственно, балансные входы. То есть в этом смысле Сансуй 07 более универсальная машина. Вот. Но с точки зрения звука они очень рядом. Ну, может быть, даже Authentic чуть более такой хай-эндовый, бескомпромиссный. Усилитель достаточно, не то что достаточно, а невероятно прозрачен. Поэтому его стоит, вот я, видите, убрал Super Ed мониторы 12X, они достаточно яркие, и я думаю, что это получилось бы уже такая какофония, то есть слишком ярко было бы. Поэтому я поставил Эдинбурги, они более такие нажористые, басовитые, даже вот учитывая материал такой, скажем, старенький, сейчас это у нас играет KISS, вот, пришлось немножечко подкрутить, ну, благо аттенюаторы нам это позволяют сделать. То есть мы добавили плюс 1,5 дБ от 1 кГц и плюс 1,5 дБ от 5 кГц. Вот, тем самым, в общем, добавив немножко жизни, то есть серединку подтянули и по высоким. Вот, собственно, что? Собственно, если вам не хватает разрешения, прозрачности и нужен контроль, этот усилитель способен предоставить это все в полной мере. И несмотря на скромные параметры в виде вот 60 Вт на 8 Ом, вот заверяю вас, когда ко мне люди обращаются, мне там надо там сколько-то ватт там для того-то, для этого-то, зачастую люди просто, ну, не отдают себе отчет, ну, ввиду, может быть, отсутствия должного опыта, да, что вот так вот просто параметры, прописанные в ваттах, в техничке, они, ну, они, конечно, что-то отражают, но что конкретно, там непонятно, то есть при каких условиях это измерялось, как, чего, да, то есть итог такой, что те же усилители А-класса, да, то есть там по 40 ватт на канал, там по 30 ватт на канал, это там какие-то они более честные, что ли, ваты. И этот аппарат, несмотря на то, что он АБ-класс, здесь тоже все по-честному. То есть здесь, кстати, двойное моно, то есть два трансформатора, два блока питания, то есть он полностью вот так вот, если его распилить, ну, грубо говоря, два усилителя. Единственное, что у них общий регулятор громкости, ну и то общий он постольку-поскольку, потому что он состоит из двух частей, да, то есть одна левым каналом управляет, вторая правым.
пока усилитель находится без обслуживания, то есть вот он просто пришел, рабочий, слава богу. Конечно, профилактика будет произведена, ну то есть там подстроить, настроить, но и так работает прекрасно. Вот, сейчас мы прослушаем еще одну композицию KISS и потом послушаем Сплина. Я хотел его, в принципе, сделать без видео. Ну, сделаю с видео, кому не интересно, те и не смотрите, пожалуйста. То есть, почему Сплина хочу поставить, потому что там такая достаточно забористая, не одна композиция, а в целом альбом такой, с напором, ну, роковый. И, в свою очередь, продемонстрировать, что, то есть, тонойчики те же самые, с правильным усилителем, очень недурственно отыгрывают рок, то есть более чем убедительно, это приятно слушать, это интересно, вовлекающе и так далее. Вообще у меня насчет тоноев родилась такая аллегория, связанная с их вот этой системой Dual Concentric и с тем, насколько они вовлекательно звучат, ну даже не конкретная модель, а в целом колонки компании Tannoy, у которых вот реализован Dual Concentric, то есть когда высокочастотное звено прячется вон там, вон в центре основного динамика. Вот аллегория такого рода, что они как направленность их, как вот фонарь, если включить, да, и на фонарь, фонарем, если в глаза светят, ну, тут ясное дело, что фонарем, когда светят, это неприятно, но сам факт, что луч света настолько забирает твое внимание, что, в общем, ты больше ничего в этом пространстве не видишь. Здесь история схожая в том плане, что вот эта звуковая волна рупорообразная, то есть она тянется на тебя, как на зрителя, и настолько занимает твое слуховое внимание, что в целом ты попадаешь в действие, то есть акустика Tannoy позволяет быть не сторонним наблюдателем процесса, а в некотором смысле участником. То есть есть такое ощущение погружения в пространство, в котором происходит музыка, которую вы слушаете. Вот это особый вид удовольствия, можно так сказать. Ну, то есть я не хочу там как-то быть ангажированным, перехваливать, но действительно, знаете, несмотря на то, что я занимаюсь, скажем, добыванием аудиоаппаратуры из Японии, да, и, как правило, она в большинстве своем японского производства, ну, как видите, тут вот случилось, что 4 пары акустических систем, и все Tannoy. И я уже даже в каком-то смысле боюсь подключать следующие акустические системы, которые будут другого производства, потому что я уже в каком-то смысле немножечко перестроился на этот звук, въехал в него, вник, он мне нравится, и насколько, скажем, будет компромиссным, или вообще вот как я буду ориентироваться на вновь на японский звук, я пока не знаю. Ну, думаю, что все это будет нормально, но посмотрим, короче. Пока вот, пользуясь возможностью, слушаю акустику данной марки и в том числе с вами делюсь вот разными комплектами, составленными из разной аппаратуры, да, то есть с разным звучанием. Вот слушаем специально разную музыку, в том числе несвойственную, казалось бы, да, то есть все как бы ассоциируют, что Tannoy это что-нибудь типа там Diana Krall, то есть где голос, там палка, два струна, то есть что-то такое, ну, простая музыка, которая вот натуральная. Они действительно это могут делать это они могут прекрасно, но я как раз пытаюсь, ну, не то что вывернуть наизнанку, но, в общем, дать им материал, который большинство людей, как минимум, которые не сталкивались с этой акустикой, по определению думают, что эта акустика играть не будет. А она его играет тоже недурственно. Вот. Хотя и хотел бы еще отметить также одну из особенностей и такую
ну, уникальность в определенном смысле. Очень достоверно, тембрально подают чистоту голоса в том числе. То есть голос звучит, вот знаете, вот эта вот бархатистость в голосе, вот горловые какие-то звуки, они здесь настолько такие вот естественные. Ну, то есть надо отдать должное, это не у каждой системы получается. То есть нет какой-то, ну вот просто натурально звучат, короче. Вот. Ну, а за этой натуральностью, конечно, уже есть какие-то аспекты, что где-то что-то может там подгуживать, где-то там атаки не хватает, еще что-то. Но, опять же, все это можно поправлять другими компонентами, в частности, усилителем, проигрывателем и так далее. Да? То есть, в данном случае, вот, источник микросейка не потому, что он лучше, чем эзотерик двухблочный, а просто потому, что от двухблочника выходят балансные кабели, их тут воткнуть некуда. Поэтому от микросейки затянуты кабели RCA. Ну, то есть, вот по принципу, грубо говоря, вот оно там включено, кабели есть, подключил. То есть, я знаю, что можно еще получить дополнительно артикуляции и точности, подключив эзотерик. Но такой задачи не стоит в данный момент, поэтому... И бог с ним. Давайте еще одну композицию кисов послушаем, а потом уже, так скажем, отпустим всех тех, кто торопится, и послушаем сплина. Я еще, возможно, продемонстрирую после композиции. Пришли новые подставки под аппаратуру, новые образцы, которых пока еще не было. Вот, посмотрим, ну... Естественно, запустим серию, но, опять же, если в этом будет потребность. Но пока сейчас послушаем музыку еще. Почему я решил включить сплина? Просто потому, что это в данном случае кис у нас достаточно старые записи. Сейчас посмотрим. Ну вот здесь у нас написано, что записан диск в 97 году, но записи 78 года. Ну, если я правильно понимаю, о чем тут сказано. Вот, поэтому... Чтобы получить какое-то полноценное представление о том, как звучит этот комплект, надо бы что-нибудь другого сунуть сюда, да? Вот. Кстати, рассказывая про то, насколько завораживающе звучит голос в плане натуральности, мне захотелось
включить какой-нибудь шансон французский, ну, типа Джо Дассена и ему подобных, вот, но это надо диск поискать. Сейчас сделаем небольшое отвлечение на новые виды столешниц, то есть два форм-фактора. Ну, опять же, форм-фактор может быть вообще любой, это вот, скажем так, сам придумал мастер, сам реализовал. То есть это натуральный карбон отделка. У меня товарные, эти торговые образцы, поэтому какие-то недочеты здесь можно, так скажем, не обращать на них внимания. Вот, то есть, вот теперь можно в карбоне, можно вот такое вот, это матовое покрытие, можно, соответственно, в глянец сделать. Также есть вот такой форм-фактор, скругленный, с развязкой центральной части. Она у нас, ну, во-первых, она с прорезями для вентиляции, вот, во-вторых, она здесь получается съемная, здесь силиконовые стоят амортизаторы, ну, вот, которые делают, собственно, дополнительную развязку центральной части от основной части. Ну, мастер, естественно, как бы он подглядел где-то что-то, да, то есть поэтому это классика. Ну, в данном случае это дубовый шпон на сосну. Вот, ну, а в целом мы уже сделали не одну стойку из массива дуба. Вот, и ножки вот такие вот алюминиевые. Есть, соответственно, вот такие вот подкованный карбон, ну, то есть это натуральный карбон тоже залитый, вот, то есть такой хай-тек, короче, можно сказать. Шипы здесь сделаны из нержавеющей стали, внутренняя часть ноги засыпана песком, и по краям торцевые части залиты полимером, вот, ну, короче, все это сделано так вот, с понтом, как бы, с развязкой, со всеми делами. То есть есть полированный алюминий, есть, соответственно, алюминий не полированный, как бы сатинированный матовый. Вот. То есть несколько видов. Есть также вот такие со вставкой. То есть можно вставку убрать, сделать покороче, либо поставить, если есть необходимость добора. Тоже с фетровыми, с такими развязками на соединениях. Вот. Ну, в общем, это такие вот у нас новые вещи. Я их в скором времени поставлю. Поставлю здесь для демонстрации. Но пока вот, пока еще не поставил, короче. Так, ну, давайте сменим дисочек. Прогоним, может быть, одну, может быть, две композиции. Тянем громкости. Так. Так, сейчас я посмотрю, восьмерка или семерка, что там включить-то. Восьмерка и девятка у нас будет. Хорошо. Живая
то страх, то печаль, то смешные моменты. Катится камень с тоской в небесах, наблюдая кометы. Машут хвостами, катится камень, катится камень, катится камень, не раз. Шикарный альбом, кстати, «Сигнал из космоса». Я его в какой-то момент, ну, можно сказать, что не понял. То есть, особенно будучи приученным к творчеству Сплина, более старому, такому архаичному, с чего он начинал. Вот. Но в последнее время я его включаю, прям с кайфом слушаю. То есть, есть что-то в нем такое наболевшее. В общем, эмоция такая определенная, зашита внутрь. Вот, что хочу отметить, что мне нравится, что вот акустические системы такого большого формата, они, как говорится, играют в полный рост, то есть звук большой, масштабный, и, конечно, это не может не радовать. При этом, знаете, надо отметить, комфортный, то есть абсолютно не нагружает какими-то, ну, не знаю, свистящими, пердящими звуками, то есть вот просто есть все, что надо, то есть и прозрачности, детализации хватает объективно, и в то же время по низу поддержка такая очень хорошая. Но тут надо отметить, что, конечно, нужно комплектовать, то есть вот с усилителем от Pioneer MAX-10, с которым у нас были 12-е X-ы Super Ed мониторы, эти Эдинбурги произведут не самое благоприятное впечатление, как и двенашки Super Red мониторы с аутентиком. То есть тут надо, короче, очень так это подходить с толком, с расстановкой, но когда оно все складывается, получается просто шикарным образом. Друзья, включаю еще одну композицию. Видео и так уже затянулось. Благодарю за внимание. Надеюсь, это было познавательно, интересно. Вот. Ну и до новых, надеюсь, скорых встреч. Всех благ, всего доброго. Yeah.